Так, ты не проскочил? 16-15. Я проскочил, но тут нижний шов разбит. Диман, она попросила вот этот боковой сделать. Миш. Тихо. Давай. Упс. Держись. Ну тут шов мазать, потом позавес. Надо было доделать, сейчас там опять спускаться. Это дело в том, что я могу, если что. Вот этот кусочек-то? Да какого угодно. Я могу полбу. И герметок, кстати, мало вообще гнал. Ну я тут, тогда сейчас тебе дам свой. Шука, оп. За кондиционер. Миш, ну... Миша, а? Включай камеру. Конечно. Диман, помаши нам ручкой. Кисточкой. Ноги встают. Уже привыкли. Он телефон там на спинах? Он мне показал. А, тут телевидение. Да. Ну такое. Эконом. И по какому каналу? Дождь. Миш, а? Чё ты там? Два? Чё ты там? Одна комната осталась. Я всё. Тебе герметик нужен? Наверное, мне хватит, сейчас смотрю, не лопнет. Сюда много ушло, тут реально разбито было. Все, я пошел вниз, Миш. Я ж снимаю видеорепортаж. Чуть-чуть покачусь. Обосрался. Слушай, попрошу не ругаться. Ех ты, ах ты, семь космонавтов. Пятнадцатый, четырнадцатый.
качелька такая, да? А? Качелька вот такая. Вот так вот маленький контрол через зум марки подкаты, блядь. Совсем уж медленно получилось как-то. Да. Да. А должно быть. Сколько метров получилось? 30? Я посчитаю сейчас.